Здравствуйте, меня зовут Полина, и раз уж у меня есть возможность поделиться с вами каким-то жизненным опытом, я хочу рассказать о том, о чем не поют, о чем говорить вообще не очень приятно, но мне почему-то кажется, что важно и полезно хотя бы для здоровья. Когда мне было 20 лет, у меня обнаружили дисплазию шейки матки, поставили диагноз ЦИН-2. Это предраковое состояние шейки матки. Но когда мне было 20 лет, я, честно говоря, не знала, что шейка матки вообще существует и что с ней может быть связано такое серьезное заболевание. Вот. И после того, как мне обо всем этом сказали, был очень стрессовый период, потому что мне было абсолютно непонятно, что со мной произошло, что с этим делать, и что со мной может произойти, лечится это, не лечится и так далее. И пока мы не поговорили с кучей врачей, я пребывала постоянно в состоянии перманентной паники. К счастью, дисплазия – это такой этап, в котором с нехорошими клетками бороться можно, нужно и не так сложно. И поэтому лечение не заняло у меня очень много времени и не отняло много сил. И сейчас со мной все хорошо. Но нужно учитывать тот факт, что дисплазия и рак шейки матки и еще ряд других онкологических заболеваний, они связаны с вирусом папиллома человека. И это такой коварный вирус, который очень распространен и есть чуть ли не 90% населения. При всем при этом есть два нюанса. Во-первых, у вируса существует большое количество типов, и вот одни типы могут отвечать просто за папилломы и бородавки, а другие уже за более серьезные вещи. А второй момент, то что носителем вируса может быть очень много людей, и при всем при этом он проявится только у того человека, у которого будет слабый иммунитет. Вот. Моя мама, например, она очень расстроилась, когда узнала, что существует вакцинация против вируса папилломы человека. В некоторых странах она даже обязательная, бесплатная, делается девочкам с 9 до 14 лет. Но у нас она, к сожалению, платная, и о ней вообще почему-то мы не знали, никто не говорил. Поэтому, если у вас есть желание обезопасить своего ребенка, то вы можете почитать об этом подробно. Я оставлю в описании под этим видео ссылки на по поводу ВПЧ, по поводу дисплазии и всякого такого, где можно почитать. А вообще я записываю это видео для того, чтобы вы все-таки понимали, почему важно раз в год ходить к гинекологу. 19 вам лет или 47. И, например, если вам сложно пойти к врачу, вы можете хотя бы сдать в любой платной лаборатории анализ, который называется цитологическое исследование или ПАП-тест, который предназначен для того, чтобы вот эти раковые клетки на ранней стадии выявить, быстро вас вылечить, и чтобы ничего вам страшного не угрожало. И да, очень важно быть нужным себе самому, быть важным себе самому и внимательно относиться к своему здоровью в любой период своей жизни, будь то сессия или, допустим, те прекрасные месяцы, когда вы только стали мамой. Потому что вирус коварный, и он может напасть на вас в любое время. Берегите себя.